Водоканал создает дополнительные службы одного окна в разных районах округа. Делается это для удобства жителей, чтобы им не приходилось ездить в центральный офис предприятия. В пунктах можно будет оплатить счета за воду и решить различные вопросы. К оплате будут принимать только пластиковые карты. На сегодня служба одного окна планируют открыть в Богородском, Краснозаводске, Хотьково, Пересвете, Ремаше и, возможно, в Березняках, Скоропусковском и Федорцово. В Сергиевом Посаде служба появится в МФЦ на улице Клименко и в поселке Ферма. Мы начнем формирование данных пунктов уже на следующей неделе, но у нас есть месяц, который я поставил всем своим структурным подразделениям для того, чтобы 1 марта мы пришли уже с четким пониманием и функционально пояснили жителям, где уже заработают эти службы одного окна. На водоканале начали работать два новых единых номера для населения округа. Это единый номер аварийной службы 8 800 222 63 89 и единый номер диспетчерской службы 8 800 222 91 88. По нему можно передать показания приборов учета и поговорить со специалистами. Все звонки по номерам бесплатные. К нам поступило около 30 жалоб со стороны, ну так скажем, наших граждан преклонного возраста, которые, к сожалению, когда набирали номер, чтобы сдать показания прибора учета, им приходилось ждать там 30 секунд, минуту, и оператор брал с них деньги за это. Мы услышали их и приняли решение, чтобы жители не платили, мы открыли эти бесплатные номера. Те жители и организации, у которых прямые договора с водоканалом, на пломбировку счетчиков должны обращаться только в водоканал. Связано это с тем, что с 1 января этого года предприятие стало гарантирующей организацией в округе. Екатерина Фурсова, Евгений Шевченко. Программа «События».